Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам буду рассказывать про эти ароматы, которые вы видите перед вами. Все эти ароматы, которые сейчас вы видите, я отношу к зимним ароматам. Но это мое личное усмотрение, и я так думаю, что они прекрасно подходят на зиму. В общем, приглашаю всех любителей в мой мир парфюмерии. То есть всех любителей парфюмерии приглашаю в мой мир парфюмерии. И давайте начнем с моего красивого сердечка, фиолетового сердечка. Это марка Дизель, называется аромат Ловердозы. Шикарный аромат, слышится здесь прекрасно анис, но есть сахар. Такой вот какой-то жженый сахарок. Ну, в общем, прекрасный аромат, гурманный аромат. Люблю его носить только зимой. Пробовала я его наносить весной. Ранней весной неплох, и поздней осенью тоже неплох. Буду отставлять сразу ароматы, потому что так будет, наверное, удобно. И прекрасная звезда от марки Terre Mugler. Я отнесу все-таки к зимним ароматам. Давайте дальше будем смотреть аромат от марки Christian Dior Poison. Это шикарный аромат, новая версия, но я собираюсь купить старую версию, потому что все-таки я помню когда-то, несколько лет тому назад, я носила старую версию этого аромата. Я так любила этот аромат, а в этом аромате мне чего-то не хватает. Видите, что значит пробовать старый Poison? Это уже новый, и он уже не такой, как старый. Есть разница. Вот когда куплю, сниму обязательно видео и расскажу вам, в чем разница. Но все равно этот аромат прекрасный и неплохой, стойкость тоже шикарная, но подходит он действительно на холодный период, на позднюю осень, холодную позднюю осень, на весну, не знаю, надо пробовать. В общем, дальше аромат от марки Hypnotic Poison. Это у меня пустой флакончик, я его ставила для коллекции, для красоты, не выбрасываю. Здесь есть две капли, иногда мне хочется его обонять, и мне нравится. Но решила поставить флакончик, чтобы сообщить о том, что этот аромат мне нравится носить зимой. Но, конечно же, его можно носить осенью, весной и даже летом. Хотя больше всего мне нравится на зиму этот аромат. Следующий аромат, который я недавно открыла, немножко поносила, но летом я его пробовала тестить, и все-таки мое мнение остается таким, что этот аромат больше подходит в холодный период, не в теплую погоду, а в холодную. Так что я думаю, что поздней осенью, ранней весной он тоже будет прекрасно раскрываться, зимой он лучше раскрывается, он более стойкий и насыщенный. Летом он растворяется, тает, как леденец во рту. Аромат, который я не люблю, это зимний аромат, это совершенно не летний аромат, на мое усмотрение. Пробовала его носить весной, летом и осенью не получается. Зимой он лучше всего раскрывается, особенно месяц февраль. Но этот аромат я не люблю, я его не понимаю, но держу. Этот аромат я люблю носить, когда заканчивается месяц февраль, именно вот этот период, и начинается весна. А также люблю его носить, когда заканчивается месяц август и начинается осень. Вот когда именно переменчивая погода. Мне он очень нравится, тогда он красиво раскрывается и шлейфовый. Miss Dior Cherry. Купила я этот аромат где-то в конце осени. Стала сильно увлекаться ароматом.
За 15 дней вот столько я на себя вылила, заметно. Потом мне стало очень жалко этот аромат, думаю, поберегу, потому что его действительно сложно найти в продаже, но аромат просто бесподобный. Какие красивые пачули, сладость, ненавязчивая сладость, хороший шлейф, шикарный аромат. И недавно я в моем городе нашла старый бутик, то есть где продаются разные винтажные и старые люксовые ароматы. В этом магазине я познакомилась с владелицей этого магазина, сеньора Стефания. И я спрашивала у сеньора Стефания, есть ли у нее аромат Miss Dior Cherry. Она говорит, был, но 13 февраля флакончик, который у нее был, она продала. Я говорю, будет ли еще у нее в магазине вот этот аромат? Она говорит, будет, потому что еще есть где-то запасы, их можно достать, и периодически появляется вот этот аромат в ее магазине. В общем, эта новость меня обрадовала, поэтому я обязательно еще себе куплю, может быть, даже несколько бутылочек, потому что аромат достойный, шикарный аромат. Просто шикарный аромат. Я не знаю, как он будет раскрываться весной, я не знаю, как он будет раскрываться летом, я не знаю, ну, осенью я знаю, поздней осенью он раскрывается красиво. В самом начале, когда я нанесла этот аромат на себя, я немножко его не поняла. Все-таки надо разнашивать ароматы для того, чтобы понять, как они будут раскрываться на вас, как они себя проявят. И, в общем-то, вот этот аромат действительно меня покорил. Покорил, покорил, покорил. В общем, супер аромат, супер Miss Dior Cherry. Следующий аромат, который мне очень сильно понравился в зимний период, это Versace, вот такой вот аромат Diamond Intense, Yellow Diamond Intense. В общем, читайте вы, может быть, я неправильно произнесла, извините, но... Речь не об этом, речь о том, что аромат очень красивый, наверное, он будет нестойким в теплую погоду, потому что он будет испаряться, а в зимнюю прохладную погоду он, наоборот, стает более интенсивным, звонким, хрустальным, ярким шлейфом, супер аромат, я просто классический аромат, обожаю, обожаю вот эту версию Intense. Потом я хочу показать вам аромат от Acqua di Parma Blue Mediterraneo Fico di Amalfi. Это нишевая парфюмерия. В общем, аромат супер цитрусовый, сладкий, шикарный. Я одеваю его перед сном, люблю носить его, когда я в доме. На улице он немножко теряется, но в доме он, то есть в комнате он звучит очень красиво, более такой насыщенный, очень приятный, не раздражает. В общем, шикарный аромат, так что можно покупать спокойно вот эту версию в магазине, даже в больших объемах. Поэтому нет крышечки. Это не тестер, это магазин был дискаунт. Видимо, кто-то выставил на продажу и где-то потерялась крышечка. Это простые люди, которые приносят в магазин и хотят продать свои ароматы. Я также могу сделать, взять мои ароматы, понести в этот магазин, выставить на продажу и продать. В общем, это же не тестер, это реальные ароматы. Так что это тоже реальный аромат, но без крышки. Дальше аромат шикарный, вот этот Калеш Деликате, тоже очень звонкий, какой красивущий аромат, боже мой, это красота. Летом я про этот аромат снимала видео, зимой попробовала его нанести, он более насыщенный, более звонкий, яркий, и его лучше можно слышать от себя зимой, чем летом. Летом он очень быстро испаряется и не такой яркий, то есть он теряется в тепле, а в зимнюю погоду он, наоборот, себя проявляет. Так что не все должны быть ароматы
насыщенные на зиму, потому что наоборот бывает, что аромат очень слабый, и кто-то думает, ой, такой слабенький, нежненький, на лето подойдет. Я с этим не согласна, потому что вот эти легкие, слабенькие, именно летом они просто исчезают, испаряются в жаре, их вообще вы не услышите, и даже другие от вас не будут слышать аромата, потому что он очень быстро испаряется в тепле. И вот эти легкие, нежные ароматы прекрасно подходят на зимнюю погоду, потому что в холоде они проявляют себя, они более насыщенные, более яркие, то есть их можно слышать, и окружающие тоже могут услышать, что вы одели аромат. Некоторые ароматы очень стойкие, густые, сильная стойкость, и вы думаете, вот этот аромат должен быть зимним. Тут тоже я не согласна, потому что этот аромат, который очень стойкий, очень такой насыщенный, густой, он лучше всего подойдет на летний период, потому что в тепле он растворится, он немножко пропадает, и от вас будет исходить приятный аромат. Но, конечно же, не все стойкие, насыщенные ароматы будут подходить на летний период. Это надо индивидуально следить, и вы поймете, на какую погоду вам лучше всего этот или другой аромат одевать. Вот вариант, вот такой прекрасный аромат. Он очень-очень насыщенный, очень стойкий, шлейф километровый. Вот, серьезный аромат и красивый флакончик такой, мне нравится. Он очень стойкий зимой, его можно спокойно носить летом. Просто иногда я за него забываю. Этим летом я хочу вспомнить про этот аромат и поносить, чтобы он себя проявил. Но все-таки он зимний. И вот этот аромат от марки Keiko Micheri, Les Zazos, если я правильно произнесла, если нет, то извиняйте, это бантик прицепила я сама, крышечки нет, потому что в 2013 году, да, закрывался один магазин, и распродавали тестеры, распродавали парфюмерию по очень большой скидке, этот аромат мне обошелся всего лишь за 30 евро. И я решила купить этот тестер, чтобы попробовать. Видите, здесь есть цена еще. Стоил он вообще реально 135 евро в магазине. В общем, я этот аромат купила, чтобы попробовать разносить вот этот нишевый аромат. И вы знаете, я его все-таки не полюбила, но он теплый, пряный, очень интересный. Пока он стоит и стоит, а потом посмотрим, что с ним сделать. Но на мое усмотрение он лучше всего подойдет на зимнюю пору. Это точно, он согревает. Но стойкость здесь очень-очень сильная, радует. Тоже покупала тестеры, когда закрывался магазин. Здесь даже есть сзади наклейки, пока еще их не содрала эти наклейки, видите, тестер. Я не стесняюсь говорить в моих видео, что я купила тестеры. Но эти тестеры, чтобы вы знали, это не купленные тестеры в интернете. Эти тестеры я покупаю только в магазинах исключительно. Потому что на сайтах тестеры, ну, я считаю, что это подделочный аромат. Я думаю, что это подделка тестеры, которые продаются именно в виде тестера, потому что просто свободно на рынок тестер как можно выпустить. Может быть, я не права, но это мое личное мнение, и я думаю, что это не оригинальные ароматы. Там что-то не то. Вот и все. А вот это аромат, вот эти ароматы стояли в магазинах в виде тестера. Действительно, тестер. И шикарный аромат. Вот этот аромат я очень сильно полюбила. Буду
себе покупать полную версию. Для того и нужны тестеры, чтобы потестить ароматы. Вот и все. И вот эта красота, которую носит мой муж, это аромат табачный. Это красота невероятная. Боже мой, хочется идти сзади за моим мужем и слушать аромат, который он на себя наносит. Это красота невероятная. Для мужчин это просто такой мужчина, знаете, серьезным сразу кажется, таким заманчивым, вот, табачным. Красивый аромат. Аромат Шалимар мне не понравился, но это аромат зимний. Я думаю, что... Я знаю, не то, что я думаю, что у этого аромата есть очень много поклонников, но этот аромат не поняла. В общем, тестила я этот аромат в магазинах. Летом, весной, осенью. И есть у меня в моей коллекции аромат Самсара от марки Guerlain. Eau de Parfum. И вы знаете, я пока его не могу понять. Но он однозначно зимний. Аромат «Моя любовь». Зимняя, весенняя, летняя, осенняя. Это «Alien» от марки Terry Mugler. Здесь две капли. Я держу этот аромат. Надо скоро купить новый флакончик. Или же налить сюда из фонтана в магазине. Себе просто жидкость аромата Alien. Это рефил. Смотрите, сейчас вам сниму. Видите, вот это вот все снимается. Здесь заливает аромат. Вы приходите под фонтанчик, его там как-то пристраивают и наливаете сюда во флакончик аромат. И платите уже за чистый аромат. Не платите за бутылочку, то есть за флакончик. То есть не переплачивайте за флакончик. Вот как выглядит. Дальше аромат от марки Cartier. Красивый, нежный, гурманный цветочек, который больше всего, думаю, что он подходит на зиму. Хотя спешить с выводом не буду, потому что надо пробовать его зимой, надо пробовать его весной. Посмотрим. Этот аромат я недавно купила, снимала видео. В общем, я его как-то в начале прям проникла в него, а потом стала носить. Он как-то стал пропадать. Больше я его на себе не ощущаю, но это не значит, что его на мне нет. Ну, классический аромат, буду еще его разнашивать, но я думаю, лучше всего его носить в зимний период, потому что он лучше всего раскроется. Летом, думаю, что он просто будет исчезать, его вообще не будет слышно на мне. Хотя с выводами спешить не буду, надо пробовать. И прекрасный аромат от марки Guerlain Mitsuiko. Прекрасно подходит на осень, прекрасно подходит на раннюю весну. Красивый аромат. Зимой вообще раскрывается. Я берегу этот аромат, потому что он есть в продаже, но все-таки я его наношу на какие-то особые случаи, потому что это мох, это классика. Он больше всего подойдет в театр. Мне так кажется. Аромат от марки Terry Mugler. Вот эта красота. Как же он называется? Называется этот аромат Alien Extraordinary. В общем, легкий он осенью. Зимой он больше, лучше раскрывается, более звонкий, красивый аромат. Я вообще рекомендую, чтобы он все-таки был в вашей коллекции. Это облегченная версия, я бы так сказала.
вот этого классического альена, поэтому кому не подходит вот, вот этот альен, то этот точно подойдет. И я его вначале не понимала, но зимой попробовала наносить на себя, все-таки красивый аромат. Летом он, наверное, будет очень легеньким. Но надо пробовать, надо узнавать. Потом еще вот эта красота, которая подходит только на зиму. Это не мой любимый аромат. Он вообще может вас придушить. Здесь убойная стойкость. Больше этот аромат в продаже я не вижу. Один флакончик нашла, схватила для того, чтобы был в коллекции. Здесь такой добротный распылитель. Распыляет за один раз пол флакона. В общем, здесь красный перец. Специи, аромат специфический. В общем, я его пробовала носить, но больше я его не хочу носить, пусть пока стоит. Но в холодный период он лучше всего подходит. Летом он просто вас может задавить. Аромат от марки Natures Muscio d'Aqua Eau de Toilette. Красивый аромат. Недавно делала видео, если интересно, отзыв про этот аромат, то посмотрите видео. Если нет, в двух словах: красивый, сладкий, нежный. Люблю наносить перед сном. В общем, и на улице он теряется. Больше всего я слышу в помещении вот этот аромат. Этот аромат от марки Terre Mugler Womanity. Красивущий аромат, подходит мне на осень. И сейчас я его люблю носить. В общем, это любимый зимний аромат, любимый осенний аромат. Весной посмотрим, что и как. И летом посмотрим. Тоже очень красивый. Аромат от марки Valentino. Valentino Pink. Я уже про этот аромат много раз говорила. Красивущий аромат, так что рекомендую. Для меня он останется зимним. Летом он испаряется, его мало слышно, потому что я его тестила, и все-таки мое мнение — это зимний аромат, может быть и осенний, весенний, но когда уже очень тепло, он просто исчезает из моей кожи. Аромат от марки L'Occitane Ambre Santal, очень красивый аромат, красивущая амбра. И сандал, ой, сандал. Я две капли нанесла, больше я его не носила. Как-то я забыла про него. Но это теплый, согревающий амбровый аромат на зиму. И еще один аромат, про который я хочу рассказать, это цветок апельсина. Ой, какая это красота! Я не знаю, как он будет звучать весной и летом, но зимой это что-то. Какой он красивый! Мне очень хочется его подарить моей маме, я это сделаю. Поэтому я больше поносила его немножко, потом отставила, потому что хотела другие ароматы поносить, но отставила по той причине, потому что хотела другие ароматы поносить, не потому что он мне не нравится, он мне очень нравится, и немножко жалею, потому что хочется, чтобы моей маме больше досталось этого аромата. Это красивый, красивый аромат, очень красивый аромат. Я поняла, как звучит нотка апельсинового цветка из этого аромата. Это в виде тестера я купила. К сожалению, уже не было полноразмерного флакончика, но ничего страшного. Поэтому продали тестер, когда закрывали магазин. Но я рада этому тестеру, что я познакомилась. Этот аромат можно еще заказать. Вот этот аромат тоже тестер. Видите, тестер в магазине продают иногда с крышечками. Вот здесь даже нет нигде надписи, что это тестер. В общем, это тоже красота. Нероли, орхидея. Красивая орхидея, но больше всего я слышу нероли. Боже, это что-то. Это такая красота необыкновенная. Очень красивый аромат и достаточно стойкий. Летом не знаю, как будет звучать, но зимой он звонкий, яркий, очень красивый. Аромат новый,
2016 года, Black Opium, Белая ночь, по-моему, в переводе называется, Nuit Blanche. В общем, красивый аромат, я уже про него снимала видео, поэтому для меня он будет, наверное, зимним ароматом, но все равно я его попробую в теплую погоду, я не исключаю этого. Еще один аромат, который хочу вам показать, от марки L'Occitane. Это ванильный аромат, туалетная вода, очень большой объем, купила случайно, последнюю бутылочку продавали, больше я не вижу в продаже вот таких вот ароматов. Это монотонный аромат, и вы знаете, я его несколько раз нанесла, и мне очень скучно с этим ароматом, хотя аромат теплый, нежный, приятный, ванильный, но я люблю его смешивать с ароматом от марки Карамент Белле и Пипачули. Видите, у меня здесь две капли, тоже нет ничего в этом флакончике, практически пустой, но я хочу себе купить вот эти пачули и вместе с этим ароматом наносить, потому что вместе они звучат как настоящий темный шоколад, то есть вот обволакивает мое тело. Дальше последний аромат, про который я хочу рассказать, это самый красивый зимний аромат, про который я никогда не рассказывала в моем видео, сейчас есть повод про него сказать несколько слов. Это аромат от марки Calvin Klein Beauty. Beauty, само слово говорит, красивый, очень красивый аромат. На фрагрантике я увидела, что есть картинка с этим ароматом, то есть стоит вот такой флакончик, и возле этого флакончика лежат цветы каллы, не знаю почему, но посмотрела на пирамидку, там, значит, заявлены три ноты: жасмин, амбета, то есть верхние ноты амбета, средние ноты жасмин и ноты базы, это у нас кедр из Вирджинии. Многие делают отзывы про этот аромат и говорят, что этот аромат благоухает лилиями. Я с этим не согласна, потому что я слышу амбету, и больше всего здесь отчетливо можно услышать вот эту амбету, я так думаю. И вообще его сложно разложить по ноткам. Он одно целое, это очень сложно раскладывать. Я не знаю, с чем связаны вот эти каллы возле флакончика. Сам по себе очень красивый, недооцененный многими людьми, женщинами, но на этот аромат надо обратить внимание, он очень стойкий, он зимний, он самый красивый. Я пробовала носить его весной, летом, зимой, он самый лучший, потому что летом он мне не понравился, весной он мне не понравился, и осенью он мне тоже не понравился. Но разве что глубокой осенью, когда первые приморозки появляется, тогда его можно уже одевать, он тогда раскрывается красиво. И в общем, этот аромат уже пропал из продажи, я в прошлом году его покупала со скидкой минус 50%, даже есть у меня вот эта вот коробочка, доказательства. И как-то я не знаю, не успела я снять видео про него, рассказать, так что сейчас я про него вам рассказала, и надеюсь, что мое видео вам понравилось. И я даже устала говорить, действительно устала говорить, это для меня очень сложно сейчас про такое количество ароматов говорить без нон-стоп, полчаса практически. И давайте будем прощаться, если что-то вы не поняли из моего видео, то мне сообщите. Оставляйте ваши комментарии. Я надеюсь, что видео было чем-то полезным. И до свидания, до скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока-пока.